Так, чуваки, всем здорово, с вами Тимоха Домино, и походу я сейчас возьму бизнес. То есть, если вы это видите, значит бис я взял. Так, я покажу где, мы сейчас едем в банкомат. 4,4 кк. А, ну да, он в принципе знает. Так. Я, короче, воу. Работал грузчиком. Ну, просто на объявке кидал, типа, куплю дом, куплю дом. Он подъехал, я говорю, типа, бис. Он такой, 4 брал. Я говорю, за 4,4 отдашь? Он такой, отдам. Такой, ну погнали. Блин, ломка началась. Сек. Не вопрос. Или кидалово, или в натуре продаст. Я не знаю, ну посмотрим. Все может быть. Так, все. Сейчас мы едем в банкомат. Я сниму деньги. Поедем к Бизу и купим. Че, застрял? Да уж, ну и гонево. Ого, это было мощно. Все, можно уже садиться. Тут уже вытянет. Блин, классная тачка, хотел такую. Могу позволить, но не хочется раньше продавать. Классная тачка, но мне больше нравятся пятидверные Бентли. Те, конечно, более посолиднее, нежели такая. Но это тоже неплохая вообще. Морда вот красивая, зад неплохой вообще вот. Очень красивая. В профиле она сама, в принципе, классная. Ну ладно, у нас сейчас не тест на Бентли, но... Раньше была моя любимая тачка. Кстати, канал раньше назывался ЖК Бентли. Для тех, кто олдфаги, те помнят, я вам отвечаю. А, не, перепутал, перепутал. Ой-ой-ой-ой-ой. Я в банкомате. Банкомат. Жди. Тю. А, все, прогрузилось. Так, сейчас снимаю 4,4. Так, снять с банковского счета. 4 400 000. Все, я снял. Все, гоук, бизу. Так, блин, надеюсь, сейчас будет не кидалово, ничего, а реально возьмем биз и будет четко. Надеюсь, он окупится, хотя, блин, знаете, я просто надеюсь на то, что я его куплю, а там уже окупится, не купится, это мы уже посмотрим. Так, чуваки, смотрите теперь, почему биз, ну, очень актуален для моего канала, потому что если мы сейчас возьмем бизнес, и он будет стабильную прибыль приносить, то можно будет каждый месяц разыгрывать по ляму. Если он будет хорошо приносить прибыль, то можно будет в месяц по 2 ляма разыгрывать. То есть, нет, неправильно сказал. Каждые 2 недели можно будет по ляму разыгрывать, если этот бизнес будет работать. Вот. Поэтому, смотрите, я его сейчас беру и работаем там рядышком, покупаем там хавку, еще что-то. Ну, что там это. И, в принципе, новичков туда тянем. Тянем туда новичков, они будут покупать, работать, все-все-все, да, я понимаю, там деньги небольшие, но все-таки за какое-то время, да, оно окупится, вот. Ну, он его взял за 4, я перекуплю за 4,4, ну, думаю, это, в принципе, нормально. Хотя я вижу, он на Бентли ездит и смог позволить себе бис, то... Не, в принципе, тоже все это могу себе позволить, но не знаю. Кстати, бентляха у него без номеров, возможно, он задонатил тупо. Я не знаю, чуваки, я не знаю.
Надо же еще, чтобы бизнес летел. Просто. Надо, чтобы он не слетел. Можно, в принципе, дальнобойщиком работать и за биз платить. Но хотя, знаете, посмотрим, в общем. Так. Вот мы подъехали к этому магазинчику. Это что, аптека? Не, магазин 24 на 7. Так, окей. Будем брать. ОПГ Ореховская контролирует. Но насчет того, кто контролит, я не знаю, что с этим делать и какая вообще разница. Магазин. Окей, берем. У вас недостаточно денег на руках. 4,4. Больше нету. Окей, так, чуваки. Все, есть. Мы купили бизнес. Спасибо большое. Удачи тебе. Удачи тебе. Кстати, ты в Ютубе. Погнали, теперь зайдем. Что же у нас теперь здесь есть? Надеюсь, тут хотя бы что-то есть. Давайте попробуем колу взять. Эх, фотоаппарат Пепси. Все, есть, есть. Здесь все есть. Пепси. Все есть. Тут все есть. Так, теперь ММ, команды сервера, недвижимости. Купить бизнес, управление бизнесом. Бус. Буси Нес. Буси Нес. Понятно. Бусси Нес. Неправильно. Неправильно написала. Команды сервера. Команды недвижимости. Управление Бусси Нес. А, все, понял. Вот здесь 2С, а тут одна. Так. Оплачено 19 дней из 30. Шикарно. Баланс 18. Прибыли за день. Чуваки, это топ. Это просто топ, это мой самый первый бизнес. Единственный бизнес у меня был, по-моему, на SAMP RP, четвертый сервер, магазинчик. Блин, тоже кайфовая тема. Так вот, смотрите. Эх, так, стоимость 1 миллион рублей, хотя взял я его за 4. Так, цена за вход. Нормально. Так, смотрите. Давайте, если человек даже не знает, как так открыть-закрыть, изменить цену. Окей. Так, все, изменили. Ой, бутылку пива. Зачем я взял бутылку пива? Так, давайте отойдем. Вот, изменить. Так, финансовая статистика за 30 дней. Смотрите, он может в день принести вообще 0 рублей. А бывает он принос за день, максимум у него было 339, ищем больше. 339 у него максимум было, это он... Блин, чуваки, капец, бис, бис, бис. Тем более он еще оплочен, он оплочен, просто красота, пацаны, просто красота, все. Поздравьте меня там, давайте выпьем дринк, давайте выпьем за это, или дринк. Надеюсь, сейчас не будет буханже. Так, чуваки, все есть, просто по красоте. Поэтому, ребята, заходите сюда. Давайте продвигать наш бизнес. Если он будет реально вот так вот приносить деньги по 300к за день, я реально вот буду, смотрите, как вот, например, за месяц он принес 4 ляма, то где-то я буду себе оставлять 500 тысяч, а все остальное будет уходить на развитие канала. Ну, я обещать не буду, конечно же, ну, например, 50% будет точно уходить на развитие канала. Ой-ой-ой, началось шанте. Так, чуваки, а для того, чтобы у нас была подстраховка какая-либо, чтобы деньги хотя бы были, еще какие-то. Давайте тогда я в следующей серии уже расскажу, что я собрался делать. Вот так. А давайте раб магаз 247 грузчики. Так, все работает, магазин 24 на 7 грузчики. Вот так вот, ребят, я приобрел бизнес.
Блин, если вам понравилось, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал. Как только бизнес принесет 1 миллион, этот миллион я разыграю, пацаны, этот миллион я сразу разыграю. Поэтому, чуваки, давайте. Интерн принял ваш вызов. Давненько уже пора, кстати. Блин, 500 рублей, давайте. 500 рублей. Я не могу фотик взять из-за того, что у меня перс бухой. Ладно, надо выпить до конца все. Так, чуваки, ну есть биз, чуваки, просто красота, и все есть в наличии, кстати, ну надеюсь, ну фотик есть, бухло есть, пепси есть, все четко просто, капец, да сколько можно? Надеюсь, еще перс не вырубится, а то это жесть уже, у меня уже голова, блин, болит от этой вот фигни. Ой-ой-ой. Капец. Капец, чуваки. Так, вот, извиняюсь за вот эту тему. Все, теперь есть, все, теперь работает наш бизнес. Чуваки, все. Продукты. Поэтому приходим сюда, покупаем еду, пепси, все. Те, кто тут живет особенно, заходите и в общем, покупайте. Покупайте все 24 на 7. Вы этим самым поможете каналу. И если вы хотите, в общем, проспонсировать видос, делайте не так. Не то, что давайте миллион, а заходите сюда и покупайте себе там, я не знаю, что тут можно купить. Там фотоаппаратов на миллион просто или еще чего-то. И вам будет какой-то с этого плюс. И мне как раз спонсорство. Поэтому, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был Тимоха Домино. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Также не забывайте вступать в официальную группу во ВКонтакте. Итак, чуваки, давайте договоримся. Этот бизнес мне набирает первый миллион, и этот миллион я разыгрываю на канале. И победителя выберу случайным образом. Поэтому, чуваки, вот так вот. Всем спасибо за просмотр. Ребят, еще раз скажу спасибо за то, что подписываетесь. Нас уже 600 с чем-то человек. Вот, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был Тимоха Домино. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Также не забудьте посмотреть два предыдущих видео «Сталкер ЗУ Припяти, мы в зоне отчуждения» и «Влог на крыше». До скорых встреч, еще увидимся, всем пока-пока.